возникнуть. Сладости. Вам шесть. Третий, что ли? Третий, говорю. Седьмой. Ха! Горьку переплюну. Я стрелял. Я только не опишу. Паш, под плевен сделай вообще. Красиво. Вот сейчас, Паш, самый главный тигун. Подаван. Подаван. Зашел тренировку. Что это сегодня? Легкая. Поторопился, парень. Легкий. Димка Сорокин, твоего друга. Поднимел, калас. Следующий раз говорит. Как пойдет, как пойдет. Я сам не знаю. Было хорошо. У меня мощная. Да, блядь, как пустую. Точно. Сережа, давай. Жать мощно! Дави, Жень, еще раз! За! Хорошо! Что, Катя? Муки весь, муки. Это не мука. Ты снимаешь? Катя, ты снимаешь там? Или фоткаешь? Дрипинать. Пинается, он пинается. Идет. Не идет. Сейчас еще раз. Я люблю свою родину, родину. Я пахал на работе безвылазно. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. Вино я хотел бы грузинское и в кино, и на солнечном пляже валяться. Но я не потяну на зарплате его. Я полжизни не работал на заводе, белые штаны на сюрприз. Дави. Как на боях много пассажиров, кто потеряет твое тело заживо до живо. Тогда скажи нам, кто тут наживо, если пять перед лицом, а сзади три сложина. Простая арифметика. Видел для многих президенты метят как. Видел, как табор уходит в небо, а за ним души тех, кто не стал президентом. И первым, что вынесут ноги, страшнее всего забыть близких пароль и логин. И как ты не старайся, Мася, тебя нагнут тут, бля, в позу доги. Было бы пару лямов, блядь. У меня было пару лямов.
Я бы поменял их не глядя. Хотя нет, не поменял бы. Мощно!